Добрый вечер, друзья. Давайте мы пока у нас люди выходят на вебинар. Я вот отправляю смс своим ключевым партнерам, а мы пока с вами настроим звук. Ну, изображение вроде бы нормально. Вот, я уже вижу. В прошлый раз у нас вроде бы все нормально было, потом звук был фонило. Поэтому вот сейчас давайте сразу отрегулируем, пока у нас все не началось. Вот. Я тоже попробую поставить запись. Ну, вроде в чате все пишут нормально. Я постараюсь в этот раз следить за чатом. Не всегда все сразу получается. Ну, давайте, наверное, мы начнем уже. Добрый вечер, друзья. Кто будет смотреть в записи вебинар, возможно, что у вас не вечер, возможно, что у вас день. Ну, независимо от того, какое время суток, мы с вами приступаем к работе. У нас сегодня тема возможности компании Oriflame. И я приветствую тех людей, которые пришли к нам сегодня, вышли на вебинар, те, которые уже давно работают в компании Oriflame и давно сотрудничают. И если у нас сегодня на вебинаре присутствуют новички, я тоже рада вас видеть, потому что вы сегодня получите информацию, которая вам поможет определиться, утвердиться в ваших действиях. Ну и пока у нас собирается народ, я немного расскажу о себе и свою историю. Значит, я Гарифуллина Елена, бриллиантовый директор компании Oriflame. С компанией я сотрудничаю уже 16 лет. И когда я пришла в Oriflame, это была моя первая компания сетевая. До Oriflame я работала в школе, работала учителем. Но у меня, в общем-то, такая получается практика, что не только в школе, это было мое последнее место работы. У меня был творческий такой предмет. Я была учителем рисования, мне очень нравилось. Нравилось с детьми, нравилось рисовать. Единственное, что мне не нравилось, это моя небольшая заработная плата. До школы я успела поработать в библиотеке библиотекарем, ну, совсем немножко до декретного отпуска, до рождения сына, где-то с полгода. И основная моя работа была, это специальность, на которую я обучалась, это моделирование конструирования одежды. Я успела поработать в ателье и в доме мод художником-моделером. Тоже, в общем-то, работа такая творческая. Когда мне рассказали о возможностях компании Oriflame, я, конечно, как и многие, может быть, вот сегодня присутствуют у нас новички, сомневалась, взвешивала, посоветовалась с мужем, но на тот момент я приняла решение, я попробую, потому что риска нет никакого. Через полгода моего сотрудничества с компанией Oriflame я уволилась со школы, приняла уже четкое решение, что я буду развиваться в этом направлении. И, в общем-то, ни разу об этом не пожалела. За год я вышла на звание директор. Через какое-то непродолжительное время я переехала в большой город. Я не сказала, что карьера моя началась в небольшом городе Ясный. Тогда маленький город – это маленькие возможности, и мы с семьей переехали в Самару именно вот за большими возможностями. Сейчас, благодаря тому, что мы работаем через интернет, а об этом мы сегодня будем говорить, неважно, где вы живете, в маленьком, большом городе, возможности для всех одинаковые. Вот. Ну, в общем, вот так благополучно я переехала в Самару. Здесь я сделала остальные свои звания: золотой директор, сапфировый директор и бриллиантовый директор. Большая часть моих мечт исполнилась с компанией Oriflame. Мы купили квартиру в Самаре. Вот недавно мы совсем купили небольшой домик в пригороде для отдыха, для души, для того, чтобы быть ближе к природе. У нас уже поменялось несколько машин благодаря, опять же, компании Oriflame. И самая моя приятная эта мечта, это два года назад, почти уже два года назад, я села за руль, я сама вожу машину, и я, конечно, чувствую себя более уверенно, более независимой, и в конце концов это удобно. Мы о машинах сегодня тоже будем с вами разговаривать. Ну вот я думаю, что у нас уже чуть побольше собралось. Отлично, и можно продолжать дальше. Мы еще раз уточним, вроде бы никто не пишет, что про звук все нормально. Поэтому можно, в общем-то, продолжать.
И, как я уже сказала, что у нас сегодня вебинар посвящен возможностям компании Oriflame. И я хотела бы начать с того, что мы все с вами делаем в жизни выбор какой-то. Я его сделала когда-то 16 лет назад. И я, конечно, не ошиблась в этом выборе. Кто-то присоединился к Oriflame не так давно, кто-то совсем недавно. Кто-то, может быть, сейчас у нас в чате есть новички, и если вы присоединились последний месяц или два, вы можете поставить здесь вот плюсики, чтобы я видела, что у нас здесь присутствуют новички. Но я думаю, что этот вебинар кто-то будет смотреть в записи, и новички увидят. Каждый из нас совершает какой-то в жизни выбор. И выбор, мы говорим сейчас о выборе профессии, о выборе деятельности, может быть, о выборе бизнеса, кто что выбирает. И если раньше жизнь была стабильна, и обычно этот выбор человек делал один раз в жизни, это либо когда он заканчивал школу и поступал в какое-то учебное заведение, и закончив институт или что-то там профессиональное, он поступал на работу, и его судьба, его жизнь была, в общем-то, предопределена. 20-30 лет стажа у нас в стране не поощряло, что люди переходят с работы на работу, и, в общем-то, таких людей было очень мало. В основном люди работали по специальности. Была определена зарплата, был круг общения определен, какой-то материальный достаток, в общем-то, в жизни ничего не менялось. Сейчас у нас мы живем совершенно в другую эпоху, у нас ничего нет стабильного, ничего нет гарантированно. И если есть профессии, которые, например, 5 лет назад или 10 лет назад кого-то кормили, они были популярны, очень недавно были популярны профессии, это работник банка, они получали очень много денег, предприниматели первые, которые организовывали палаточки и челноки, которые ездили в Москву за товаром, у них тоже был неплохой доход, они кормили семьи. Но через какое-то время все меняется, и профессии, которые кормили вчера, они могут сегодня не приносить результаты, и бизнес точно так же он нестабилен, поэтому человек снова через год, через два предстоит перед выбором. Он выбирает, что же ему, каким путем идти, какую профессию выбрать. И очень часто люди, ну и кризис. Кризис нам тоже вот подливает масло в огонь. Во время кризиса какие-то бизнесы терпят крах, какие-то предприятия закрываются, люди теряют работу или людям сокращают зарплату, и они тоже начинают искать что-то и снова выбирать. И когда у нас человек выбирает, как правило, большая часть людей руководствуется это рекомендациями своих знакомых, родственников. Они видят пример, как кто-то где-то работает, как он зарабатывает. И у нас очень часто говорили так: ну вот будешь врачом, там будем все к тебе лечиться ходить, неважно, приносит эта профессия доход или нет, там будешь поваром, всегда будешь сыт. И смотрят на знакомых, смотрят на примеры своих родственников, еще куда, что, чем руководствуются при выборе профессии. Это публичность, это телевидение, это средства массовой информации, где, например, у нас могут показать какую-то профессию, какого-то человека, который герой там полетел в космос, и это сразу на него свалилась слава, зарплата и все прочее. На самом деле очень мало людей, которые руководствуются не мнением окружающих и не вот такой вот внешней оболочкой, очень мало людей, которые четко просчитывают, используя факты, используя аргументы, используя статистику, планируют развитие своей будущей профессии или своего будущего на год, на 5 лет или на 10 лет. То есть все происходит спонтанно. И вот сегодня мы с вами как раз поговорим о тех фактах, о тех аргументах, о той статистике, которая, в общем-то, необходима, если перед вами стоит выбор. Потому что если вот эта вот встреча наша, возможности Oriflame, вот этот вебинар, он посвящен именно тому, что мы с вами будем рассматривать аргументы и факты для тех людей, которые сегодня присоединились к компании Oriflame и еще недостаточно уверены, правильно ли они сделали выбор. Но давайте смотреть, что должно влиять, когда мы выбираем нашу специальность, наше направление, нашу работу. Первое, что должно влиять, это компания, в какую компанию мы с вами идем или в какую компанию человек приходит.
Второе, это должно влиять, большое влияние оказывает, есть ли в этой компании система. Компания может быть супер, у нас очень много компаний, которые гиганты, которые зарабатывают очень большие деньги, это АвтоВАЗ, завод, это может быть Microsoft, но не факт, что там есть система, которая позволит именно вам достичь высокой карьерной лестницы или именно вам построить бизнес в рамках вот этой вот компании Oriflame, поэтому в рамках вообще любой компании. Поэтому система очень важна. И третья составляющая, фактор успеха – это команда. Все зависит от того, в какую команду вы попадете. И один человек, он никогда не может достичь большого успеха. Вот эти три составляющие мы сегодня с вами рассмотрим. Но первая из них – это компания. Компания Oriflame на сегодняшний день – это огромный гигант. Это одна из самых крупных европейских компаний. Компания Oriflame сегодня около 50 лет. Прям вот чуть-чуть не хватает. Это очень большой такой стаж для стабильности, потому что очень много компаний, которые выходят на рынок, и 90% из них разваливаются в первый же год существования, и еще приблизительно 8% разваливается в течение 5 лет. Поэтому, когда вы начинаете какое-то дело, когда вы начинаете какой-то бизнес, очень карьеру, очень важно, насколько стабильна компания, насколько у нее большая база, насколько она еще продержится долго на рынке. Компания Oriflame в России работает более 20 лет. А годовой оборот компании 1,5 миллиарда евро. Вы только представьте, это, насколько это много. На сегодня компания Oriflame, как налогоплательщик в Швеции, гораздо больше, чем компания Volvo. То есть Oriflame оборот имеет больше, чем Volvo, которая выпускает машины, хотя мы с вами знаем, что это достаточно знаменитый бренд, хорошее качество и популярная машина. Около 3 миллионов консультантов в более чем 60 странах мира, то есть Oriflame работает в 67 странах. Наша возможность с вами работать в 42 странах, они доступны и открыты для российских людей, которые сегодня, российские консультанты, которые хотят строить бизнес не только в России, но и на территории других стран. Очень приятный факт, что в Oriflame 5 заводов своих, то есть собственности, продукцию выпускают сами. И очень важно то, что из этих 5 заводов один находится в России, в Ногинске. Это, пожалуй, я вот могу сейчас ошибиться, но, по-моему, самый крупный завод компании Oriflame сегодня вообще в мире. Почему это важно, что один из заводов находится в России? Сейчас вот идет кризис, нестабильное время, и многие предприятия, многие предприниматели, многие работники теряют работу или свой бизнес из-за того, что их бизнес завязан на продукции, которая вся выпускается за границей. Вы знаете, что у нас сейчас идет не совсем стабильная политическая ситуация, иногда ввозу запрещают какие-то импортные товары. Поэтому мы с вами застрахованы и гарантированы, потому что часть производства у нас находится в России. В компании есть логистика, это транспорт, это доставка. То есть вы не занимаетесь всем вот этим, как, куда, что доставить. На сегодняшний день в России более 4 пунктов выдачи, где ваши партнеры могут пойти и получить заказ. Пункты выдачи находятся не только в крупных городах, но и даже в небольших населенных пунктах. В компании есть онлайн-система, это тоже очень важно, потому что мы сегодня работаем, большая часть из нас, через интернет. Это очень перспективное направление, мы сегодня тоже с вами будем рассматривать. Вот поэтому то, что в Oriflame есть онлайн-система, это облегчение, это возможность, это платформа для нашего успешного бизнеса не только сегодня, но и если мы будем смотреть через год, через два, через пять лет вперед. И мы не ведем бухгалтерию как партнеры компании Oriflame, это все компания взяла на себя. Вы в любой момент можете зайти в свой личный кабинет на официальном сайте Oriflame и посмотреть, как развивается ваша структура, какой сегодня товарооборот. Вы можете наблюдать за этим круглосуточно. Вам не нужно отчитываться перед компанией, компания все время вам высылает вот эти вот отчеты. Так, давайте смотреть дальше, именно рассматривать вот это, что из себя представляет вот выбор компании. Продукция, с которой нам предстоит работать, вам предстоит работать, тоже очень важна.
Иногда некоторые хвалятся тем, что у них эксклюзивная продукция. Но чем эксклюзивнее товар, тем сложнее его продавать. Товар должен быть ежедневного спроса. Он должен быть не только ежедневного спроса, но и естественного спроса. И если еще 7-8 лет назад компания Oriflame была известна как косметический бренд, как компания «Шведская косметика», то сегодня мы видим в названии Oriflame Sweden, то есть это шведская компания, потому что у нас кроме косметики, которая представлена в огромном ассортименте, есть много других товаров. Это товары для здоровья, это коктейли, это батончики, это витамины. Это большой ассортимент, именно который поддерживает наше здоровье. Это бижутерия. Мы с вами, большая часть сотрудников или партнеров компании Oriflame, это мы женщины, девушки. Я не хочу обидеть мужчин, но тем не менее это так. И мы любим с вами себя украшать, наряжать. И у нас сейчас очень большой ассортимент бижутерии, большой ассортимент аксессуаров. И все вот эта бижутерия, аксессуары на сегодняшний день идут в ногу с модой, и не только в ногу, а в ногу, а даже немножко опережая. Если я, например, смотрю журнал «Космополитен» и вижу там какие-то модные вещи, это сумки, это шарфики, это поясочки, то я вижу аналоги абсолютно такие же в этом же тренде у нас в каталоге. Но по ценам это значительно у нас в Oriflame выигрышнее. Вот, товары для дома. У нас очень большой ассортимент. Чем дальше, тем больше появляется товаров для дома. Это могут быть скатерти, это ложки, это вилки, это ножи, это дощечки. У нас были с вами сковородки, вы помните. И у нас идут достаточно много, можно сейчас заказать, это товаров для дома, это бытовой техники, кофеварки, овощи, резки. Я не буду сейчас все перечислять, но этот ассортимент к нам приходит, он появляется достаточно высокого качества. Я знаю, что в моей команде есть консультанты, которые, в общем-то, на кухне собрали всю коллекцию бытовой техники от компании Oriflame. У нас появляется одежда с вами, детская одежда, пижамки, еще что-то там. И вообще очень много другое, я не буду сейчас перечислять, ассортимент большой. И самое главное, что все-таки косметика занимает основную долю в нашем каталоге. И не зря, потому что вот здесь вот на слайде я привела такой пример. Это экономический или потребительский пирог такой. Это анализ рынка. Опять же, статистика такая. Каких товаров покупается максимально вот через каталоги, через онлайн-магазины. И на первом месте, вы видите, более 70% стоит это косметические товары, товары по уходу за телом. И большой достаточно, около 9% у нас идет сегмент, это товары wellness, товары для здоровья, то есть получается, что более 90%. Поэтому с таким товаром, конечно, работать легче, и его не нужно продвигать, он является товаром естественного спроса. Это мы поговорили о компании. Система очень важна для развития вашего бизнеса, для развития нашего бизнеса – это система. И в компании Oriflame она уникальна тем, что идет сочетание отличного плана маркетинга, о котором мы сегодня с вами поговорим, с возможностью работать через интернет, через интернет-проект. Интернет-проект и база, как я уже сказала, есть в компании Oriflame и есть в нашей команде. Ну, давайте немножко подробно рассмотрим, почему на сегодняшний день вот эти вот две составляющие играют очень большую роль именно в системе. Интернет-магазин, онлайн-обучение. Сейчас идет такое время, еще 2-3 года назад, только мы первые, я слышала, что люди покупают через интернет что-то. Я сама делала покупки через интернет, это книги, это еще что-то. Если, например, вот сейчас вот давайте как раз мы немножко с вами пообщаемся, если кто-то из вас, кроме Oriflame, что-то заказывал через интернет, вы можете написать вот сейчас в чате. Вот, отлично, мне тут немножко уже отвечает, я, как всегда, не всегда обращаю внимание на чат.
Я покупала книги, я заказывала, потом вспомнила, наша семья заказывала какой-то там телефон, мы через интернет выбирали ноутбук, правда, уже сами за ним съездили. То есть сейчас онлайн-покупки очень распространены, начиная от одежды до бытовой техники. Почему идет такое большое распространение? Во-первых, это по цене доступнее. Все, что заказывается через интернет, получается значительно дешевле, чем вы покупаете в магазине. Вот я смотрю, кто-то велосипед даже через интернет покупал, обувь. Вот Людмила Дегтярева из Ясного покупает обувь и одежду. Я всегда удивляюсь, Люд, как тебе подходит эта обувь. Ну, вот она нашла, ну, свой размер, свою колодку, в общем-то. Вот, билеты на поезд. Да, и, кстати, на этом слайде вы видите такую лесенку, где самые распространенные на первом месте онлайн-покупки – это железнодорожные билеты. На втором месте это билеты на самолет, и на третьем месте это онлайн-покупки компании Oriflame. То есть Oriflame сегодня в России на третьем месте по онлайн-заказам. То есть даже я знаю такой большой сайт, как Озон, который продает абсолютно все. Я вот там заказывала книги, у них и бытовая техника, и бытовые товары. Они даже не вошли в эту тройку. То есть сегодня Oriflame занимает лидирующую позицию вот после Аэрофлота и ЖД билетов. Это тоже очень важно. Значит, через интернет покупка экономичнее, через интернет покупка доступнее, через интернет покупка удобнее, потому что она экономит время. Например, в большом городе нереально ездить в какие-то магазины, которые далеко, и стоять в пробке. В маленьком городе вообще нет возможности попасть в супермаркет, где большой выбор. Как правило, там такие маленькие сельские магазинчики. Поэтому через интернет покупка удобнее. И это компетентность. Всегда можно прочитать, всегда можно изучить в интернете о товаре, который вы покупаете, гораздо больше, чем в магазине, и ту информацию, которую вам преподносит, например, тот же продавец-консультант, который может, в общем-то, не всегда быть компетентен в этом. Поэтому онлайн-покупки на сегодняшний день занимают все больше и больше процент среди всех покупок, и это просто огромная перспектива. Если сегодня какие-то компании не подключаются к этому, то через год, через два они останутся в хвосте, значительно за бортом, то есть они не выдержат этой конкуренции. И очень хорошо, что у нас компания заранее просчитала и готова уже онлайн-проект, готова для того, чтобы большая часть консультантов, большая часть лидеров именно строили свой бизнес через интернет. И очень важно, конечно, обучение через интернет. То есть в нашей команде идет обучение через интернет. Это тоже очень удобно. Каждый из вас может сидеть дома, как вот я сейчас сижу, провожу вот этот вебинар. Вы сидите, обучаетесь, и вы любого своего консультанта можете тоже пригласить вот на такой вебинар для обучения. Это удобная экономия времени, это удобная экономия средств, потому что любое обучение, оно стоит денег. Компания вам предоставляет обучение бесплатно, и бесплатно вы получаете обучение в нашей команде. И это, конечно же, в основном экономия времени. И совсем недавно я была на обучающем вебинаре, он был вот именно вводное слово о вебинарах, и там давали такую статистику, что у нас в России идет удаленное обучение, его иногда так называют, работа на удалении, обучение на удалении, занимает приблизительно 8% от общего обучения, которое проходит вот в офлайн режиме. Такая же статистика приводится на Северную Америку, это Канада и США. Там из всего обучения 57% это идет обучение уже в онлайн режиме. Кстати, больше половины обучения на сегодняшний день у них уже идет через интернет. Это значит удобно, это значит эффективно, это значит результативно. Вот. И мы тоже с вами идем в ногу со временем, и я даже могу сказать, не в ногу со временем, а опережаем. В чем уникальность нашего маркетинг-плана? Мы рассмотрим вот сейчас вот на этом слайде. Маркетинг-план Oriflame дает вам возможность, вы не устраиваетесь на работу по найму. Маркетинг-план дает вам возможность иметь собственный бизнес с партнером, гигантом, партнером компании Oriflame. Чем отличается собственный бизнес от работы по найму? Ваш доход не ограничен, только вы определяете, какую ступеньку, какую
значит, в карьерной лестнице, какое звание вам нравится. Вот здесь схематично изображена лестница, черным цифры написаны «это доход». Вот, например, на желтый сегмент, если вы смотрите, бриллиантовый директор 150 тысяч рублей. Я хочу, чтобы вы обратили внимание именно на эту цифру и поставили себе цель и захотели, что если вы пришли в компанию Oriflame, если вы решили потратить время свое, усилия свое на работу, на достижение звания, то минимум, который вы должны себе поставить, желание, это стать бриллиантовым директором компании Oriflame. План маркетинг дает неограниченный доход. План маркетинг дает вам обеспечение соцпакета, пенсионное обеспечение. Деньги вам переводят компания в банк ежекаталожно. И вот следующий слайд, давайте мы рассмотрим его. Это как раз вот я привела в пример то, что компания Oriflame работает легально, и у вас идет последующая официальная регистрация. Здесь приведено свидетельство о индивидуальном предпринимательстве со всеми его плюсами и выгодами в дальнейшем, вот как у вас идет отчисление в пенсионный фонд. Справа вы видите бухгалтерскую справку. Может быть, здесь немножко мелковато, но каждый может зайти на блог и своего спонсора или мой и посмотреть, вот там вот более так это, рассмотреть это все. На этой справке вы видите доход. Такую справку компания высылает через, опять же, мне на почту и любому лидеру на почту, а деньги переходят в банк, как вам удобно, в ваш любой банк, который вам нравится, или на карточку в этом же банке. Я, например, в последнее время в банк не хожу, мне деньги переводит компания в банк, а банк переводит на карточку, я получаю в этот же день. Все, в общем-то, очень удобно. Давайте мы рассмотрим следующий факт. Это что вам необходимо будет делать конкретно в компании и кто вам будет помогать. Что делать? Ну, в первую очередь обучаться. Любому делу нужно обучаться. Здесь вы тоже будете учиться каким-то новым навыкам. Я хочу вам сказать, все, что вы научитесь, то обучение, которое вы пройдете в онлайн-режиме здесь, вам обязательно пригодится не только в Oriflame, в обычной жизни, потому что те практические навыки, то, что вы получите здесь, это очень бесценный опыт. И тем более это еще обучение идет вот в таком вот режиме от практиков. Ну, мы чуть попозже это рассмотрим. Следующее. Кроме обучаться, вам необходимо быть покупателем в собственном интернет-магазине. И третье – это наполнять свой интернет-магазин покупателями и партнерами. Давайте рассмотрим пункт обучения. Кто и как вас будет обучать? У вас будет информационный спонсор, который непосредственно вас пригласил, либо это вышестоящий его партнер, который профессионально занимается бизнесом в компании Oriflame. В вашем распоряжении блоги и коуч-центры ваших лидеров, где вы можете получить информацию, инструкции, четкие, что делать, как делать, рассылки. То есть это все вы получите на вот этих вот блоках. Пожалуйста, не ленитесь, заходите, изучайте. Тренинги от спикеров-практиков. У нас есть вебинарная площадка. Вот сейчас вы присутствуете на вебинаре, либо смотрите в записи. Ежедневно. Утром и вечером, и в обед у нас еще планируются вебинары, когда вы можете выйти на вебинар и получить информацию от тренера-спикера, который на практике уже достиг определенного результата. Люди разные, по-разному работают, поэтому вы можете обучаться абсолютно у всех. Вы можете в чате задать им вопрос, вы можете получить ответ на конкретный свой вопрос не только от своего информационного спонсора, а от лидера, который сегодня находится в звании директор, золотой директор, бриллиантовый директор. Если вы не успели посмотреть вебинар в реальном времени, значит, вы можете посмотреть любую тему любого спикера на канале YouTube. В нашей команде у каждого лидера есть свой собственный канал, вы можете посмотреть, там достаточно много записей и получить ответы, инструкцию на любой свой вопрос. И, конечно же, это личное сопровождение, это личные беседы, это личное планирование, постановка цели от людей, которые вас пригласили в команду, в которую вы входите. Это достаточно большая такая поддержка в обучении.
Сколько вы будете учиться, это зависит от вас. Возможно, вы будете месяц учиться, возможно, вы будете полтора месяца учиться. Кто-то через два дня уже приступает не только к своему обучению, но уже к конкретным действиям. Чем раньше вы начнете действовать вместе со своим наставником, тем быстрее у вас будет результат. Поэтому я вам не рекомендую все время обучаться, я вам рекомендую все навыки, которые вы получаете, тут же использовать на практике. Следующее. Покупать для себя. Ну, я думаю, что это одна из самых приятных частей нашего бизнеса или составляющих нашего бизнеса – это делать покупки для себя. Кто-то смотрит онлайн-каталог, кто-то смотрит бумажный каталог. Я по старинке просто обожаю брать этот новый журнал, когда нам приходит заранее следующий каталог, когда я его беру, новый, отличный, глянцевый, у нас вообще отличная такая печать, я его листаю, смотрю и выбираю что-то для себя, что-то уже привычные какие-то товары, что-то, какие-то появляются новинки, я очень люблю пробовать новинки, мне это все нравится, поэтому для меня это одна из таких приятных частей. И продукция компании Oriflame, она заслуживает того, чтобы действительно быть покупателем своего магазина. Если вы пришли и еще не совсем уверены, если вы еще не знаете качество нашей продукции, поверьте мне, начните пользоваться, вы будете влюблены. Поменяйте свою привычку, это очень просто. Привычку ходить в супермаркеты поменяйте на привычку покупать в собственном магазине. Если вы печете хлеб, если вы печете булочки, если вы шьете платье, глупо, например, пользоваться или ходить в соседний магазин за молоком, если в вашем магазине продается молоко. Достаточно большой ассортимент, в котором вы можете выбрать что-то для себя. 1500 наименований только косметических продукций. Мне, например, абсолютно тоже все не подходит. Не подходит по типу кожи, не подходит там по цвету что-то. Просто не подходит, потому что мне нравится один запах, кому-то нравится другой запах. Но для себя всегда можно выбрать ту продукцию, которая вам нравится, которая вам интересна. Не забывайте о том, что у вас, когда вы открыли свой бизнес, когда у вас есть свой номер, у вас автоматически идет скидка 18%. Но эта скидка только первоначальная. На самом деле она гораздо больше, до 50%. У меня совсем недавно зарегистрировался новичок и так успешно прошел первый шаг 100 баллов, и когда на следующий каталог сделал заказ на 900 рублей, сразу прошла скидка 50%, то есть она, на номере были деньги уже. Минус 18 от цены каталога и минус 50 получилась скидка где-то около 70% на товар, который вообще вот мы увидели первоначальную цену в каталоге. Это просто вот великолепно, поэтому экономия здесь идет большая. Высокое качество продукции. Ну, сейчас вебинар не о продукции, не о качестве, поэтому я очень быстренько, вы смотрите другие вебинары на эту тему, но качество продукции у нас гарантировано тем, что у компании высококачественное сырье. Это свой научно-исследовательский комплекс, где компания несколько лет, а даже иногда десятки лет работает над формулами, над патентами, то есть самое последнее от науки. В компании около 20 патентов на продукцию, которую вот вы видите у нас в каталоге. Собственные заводы, я уже говорила, и тренды, то есть компания выпускает продукцию, которая соответствует последним тенденциям и направлениям моды. Как я уже сказала, уже доступные цены, это нужно почувствовать, это нужно просто делать заказы, увидеть вот это вот преимущество. Сейчас у нас идет еще акция «Вау, лето». Я думаю, что большая часть людей оценила это. Если кто-то для себя взял какие-то продукции со скидкой 70%, если кто-то для себя взял с 50% скидкой, вы тоже можете написать в чат, что какую выгоду в этом каталоге вы имели, какой максимальный процент скидки у вас получился, когда вы заказывали для себя продукцию.
Ну и, конечно же, вот я последний здесь, вот на этом слайде, последний пункт выделила красным нашу продукцию легко рекомендовать. Мы с вами не говорим о продажах. Очень многие люди не хотят продавать, но на самом деле ее косметику Oriflame, продукцию Oriflame не надо продавать. Мы всегда с вами в жизни занимаемся рекомендациями и делаем это легко. Когда мы посмотрели фильм, и нам он понравился. Мы сходили к парикмахеру, и нам он понравился. А все, что мы не делаем, покупаем колбасу, лапшу, одежду, мы легко это рекомендуем своим знакомым, друзьям. Точно так же легко рекомендовать продукцию Oriflame, которую вы любите, которая вам нравится. И очень легко делать свой личный товарооборот. Опять же, эта тема отдельная, поэтому если у вас еще с личным товарооборотом какие-то вопросы, то я вам рекомендую посмотреть вебинары именно на эту тему. Ну, в общем-то, это все легко и приятно. Следующая часть нашего бизнеса и составляющая нашего бизнеса – это наполнять свой интернет-магазин, наполнять свой интернет-магазин покупателями. Мы должны с вами четко понимать, что деньги, которые вы будете получать с компании, они из воздуха не делаются. Вы будете получать процент с товарооборота вашего онлайн- или интернет-магазина. И чем больше товарооборот вашего магазина, тем больше процент. От 3 до 22%. Давайте вот мы рассмотрим вот этот слайд. Вы видите, на нем много-много людей. И мы можем, глядя на этих людей, точно сказать, что все эти люди моются. Они встают утром, кто-то чистит зубы. Я думаю, что все чистят зубы, умываются. У них есть мыло, у них есть гель для душа, у них есть зубная паста, у них есть щетка. Абсолютно у всех этих людей. Если среди них есть молодые люди, значит, они еще бреются. Кто-то из них красит волосы, кто-то из них использует декоративную косметику. И если посмотреть, каждый из этих людей использует средства косметические. И если мы обратимся опять же к статистике, сегодня в России такая статистика. Средняя семья потребляет косметических продуктов. Это не только декоративная косметика, а средства ухода за руками, за ногами, за телом, средства гигиены на 1000 рублей в среднем семья. И если мы с вами посмотрим, что каждый человек может сделать покупку на 1000 рублей. Если 200 человек в вашем онлайн-магазине сделали покупку на 1000, в вашем магазине прошел товарооборот 200 тысяч рублей. Вам компания заплатит около 20%, это 40 тысяч рублей. Как вам нравится доход 40 тысяч рублей? Если кому-то он нравится, пожалуйста, напишите в чате. Я знаю, что у нас сегодня на вебинаре присутствуют люди, у которых от компании Oriflame доход значительно выше. Есть люди, это директора, у которых такой доход около 40 тысяч. Но и есть новички или консультанты, которые, в общем-то, только начали свою карьеру в Oriflame. Я думаю, что 40 тысяч, такой доход нравится многим. Но это, конечно, еще не предел. Что конкретно нужно делать для того, чтобы заработать эти деньги? Все правильно, наполнять магазин покупателями. И здесь возникает вопрос, где брать людей? Где брать людей? Этот вопрос всегда мучает новичка. И я могу ответить, везде. Вас окружают знакомые, друзья, родственники, вас окружают соседи, вас окружают коллеги по работе, людей много. Откройте сотовый телефон, у вас там минимум 200 имен. И еще, если мы обратимся к интернет, там людей просто неограниченное количество. Если мы возьмем нашу Россию, у нас в России проживает приблизительно около 140 миллионов человек. Мы в предыдущий рассматривали слайды, что в компании Oriflame зарегистрировано 3 миллиона человек. Это в мире. Но если бы они были зарегистрированы в России, являлись представителями, покупателями интернет-магазина Oriflame, всего лишь 3 миллиона. В вашем распоряжении остается 137 миллионов человек, потенциальных покупателей продукции компании Oriflame, которых нужно еще помыть, побрить, накрасить и так далее. Поэтому возможностей людей много везде. Вот, давайте рассмотрим вот такой пример. Приглашаем партнеров. Вообще-то нам не нужно много людей. И не нужно вот эти 147 миллионов. Вам нужно два человека пока. Давайте рассмотрим, вот вы, лично ваш товарооборот, вы делаете 150 баллов.
Балла-бонусы. Вы видите буквы ББ. Что такое балла-бонусы? Это внутренняя валюта компании. Так как компания работает не только в России, поэтому идет общая валюта на все страны. Один балл приблизительно равен 35 рублям. 150 баллов. Откуда взялась вот эта вот цифра личного товарооборота? Это среднее потребление европейской семьи косметических средств. Поэтому, когда у вас будет доход 20 тысяч, 15 тысяч, 40 тысяч, 200 тысяч от компании Oriflame, вы с удовольствием будете брать для себя продукцию не только на 150 баллов, а значительно больше. Например, моя семья приблизительно каждый каталог берет продукции на 400-500 баллов. Это и витамины, это и средства ухода за руками, за ногами, средства гигиены, это какие-то подарочки, это какие-то товары для дома, и это, конечно же, косметика, декоративная косметика, которую люблю я, которую любит моя дочь. Мы являемся такими основными потребителями всей этой продукции. Вот, поэтому 150 баллов делать легко. Если вы еще новичок, и вам еще 150 баллов сложновато, значит, смотрите вебинар «Организация личного товарооборота». Итак, переходим дальше. Вот ваш ключевой партнер Сергей. Сергей приходит в вашу команду, и вот эту вот первую линию, вы видите, у него три ключевых партнера, вам помогает строить ваш спонсор. Вот как раз это речь идет о том, кто вам будет помогать. Пока вы обучаетесь, пока вы присматриваетесь к бизнесу, у вас уже в течение первой недели, может быть, даже первых дней появились первые ключевые партнеры, которые вам помогут зарегистрировать ваш спонсор. Итого, сам Сергей сделал личные тоже 150 баллов, и вместе со своими ключевыми партнерами у него получилось 450. Здесь не совсем точный слайд, их всех вместе получается четверо, поэтому там чуть-чуть больше будет. Ну, мы вот возьмем вот такую цифру. В это время вы, наблюдая за тем, как растет товарооборот вашего ключевого партнера и ваш в том числе, ниже вы лично приглашаете следующего ключевого партнера, это Павел. Павел со своей командой делает 330 баллов. Конечно, на примере Сергея все 150-150, это редко бывает. Люди приходят в команду разные. Кто-то будет брать себе 20 баллов, кто-то будет брать на 150 баллов для своей семьи, потому что семья большая, потому что ему нравится продукция, он может себе позволить, и он сразу ее полюбил, или был уже до того, как прийти в ваш онлайн-магазин, он уже был потребителем продукции компании Oriflame. Кто-то будет знакомиться с продукцией, но будут люди, которые будут активно рекомендовать, потому что торговая прибыль с продаж – это тоже хорошие деньги. И всегда находятся люди, которые с удовольствием это делают. И поэтому в вашей команде будут разные люди. Кто чем будет заниматься, не вы решаете, люди сами решают. Ну и вот на примере Павла мы видим, он сделал суммарно 330 баллов. Таким образом, у Павла 3% – это скидка, это премия за организацию его товарооборота, который компания возвращает ему. У Сергея 6% и у вас 930 баллов, вы вышли на 9%. Давайте мы теперь уже посмотрим следующий слайд, где мы видим вот эту вот табличку, колоночку 3, 6, 9, 12, 15, 18, 22%. И соответствующее напротив им количество баллов суммарное, которое соответствует суммарное именно товарооборот команды, которую табличку мы с вами можем видеть в прайс-листе, к каждому каталогу прилагается. Вот такая небольшая аккуратная табличка. Давайте рассмотрим. У нас Павел сделал более 300 баллов, поэтому он вышел на товарооборот. 3% он получил доход 150 рублей. Ну, в его случае это будет несколько больше. Небольшие деньги, но тем не менее эти деньги уже пришли на номер Павла. Дальше. Сергей у нас сделал больше, чем 450 баллов, и он вышел на 6%. Ему компания заплатит за товарооборот его магазина 6% с его товарооборота. Это будет около 800 рублей. И вы вместе со своей командой получите 9% с организации своего товарооборота, своего онлайн-магазина. Это будет около 2000. Согласитесь, уже сумма более интересная. Следующий каталог. Ваши ключевые партнеры Павел и Сергей
также могут выйти на 9% 900 баллов со своими ключевыми партнерами. И также мы говорим, что Сергею помогает строить ветку спонсор, и Павлу помогаете строить ветку вы. У вас на следующий каталог 12%. Это 1800 баллов суммарно, и вы получаете около 5000 рублей. Дальше можно примеры не рассматривать. Растут ваши ключевые партнеры, растет ваш товарооборот, растут доходы ваших ключевых партнеров и, соответственно, растут ваши доходы. Рассмотрим до 22%, 7500 тысяч баллов вам необходимо сделать товарооборот вашего магазина. Это как раз тот товарооборот, когда я привела на предыдущих слайдах около 200 тысяч рублей, 200 партнеров, которые сделали в среднем приблизительно на 1000 рублей. Как мы с вами говорили, кто-то сделает немного, а кто-то сделает много. Все будут по-разному, но в среднем. И вы получали эти доход более чем 30 тысяч рублей в каталог. Очень приятная такая вот цифра. Что мы здесь можем рассмотреть? Предыдущий слайд, вот в данном случае, пока вы идете до уровня директора, рекомендации именно две ветки строить. Одну вам помогает строить спонсор, другую вы сами. И давайте мы перейдем на следующий слайд, где мы очень хорошо видим то, что уровень директор – это вы получаете не только ежекаталожное вознаграждение на расчетный счет, но вы еще получаете единовременную премию 1000 долларов. И, наверное, я все-таки вернусь на предыдущий слайд, где мы видим, кроме вознаграждения, вы еще участвуете в программе «Автобонус». Вы можете получить автомобиль «Шкода Рапид» абсолютно в подарок без всяких, скажем, дополнительных выплат, потому что вам ежекаталожно будет приходить бонус, автобонус вот на оплату этой машины. Очень приятно. И в нашей команде уже четыре человека получили вот эту вот машину в подарок. Потом дальше на слайдах это будет видно. На уровне старшего директора ваш доход увеличивается, на уровне золотого директора, когда два партнера, вот Павел и Сергей, у вас вышли на уровень директора, у вас доход увеличивается за счет чего? Каждый из них будет получать по 20% с товарооборота своего магазина, у вас как за два филиала вам заплатят за их товарообороты по 10%, поэтому ваш доход будет выше, потому что вы вырастили двух партнеров в своей команде. И с уровня золотого директора вы можете участвовать в программе «Мой дом», то есть приобрести квартиру или сделать первое вложение в свой дом. И очень приятно, вот нижний слайд мы видим, это участие в золотой конференции. Вас компания везет на золотую конференцию, которую она полностью оплачивает. Вот в этом году нас ждет Валенсия. Наша команда, те люди, которые сделали квалификацию «Золотой директор» выше, едут в Валенсию. 7 дней, прекрасный город на море с мероприятиями, которые проводит компания. Это и банкеты, и торжественные какие-то части, и деловые части. И в этом году к нам присоединяется новый человек, который приедет первый раз. Это Климанова Елена из города Безунчука. Ну, не знаю, она сегодня присутствует или не присутствует, но во всяком случае здесь есть люди, которые ее хорошо знают, и ее спонсоры. Так, давайте посмотрим. Ну, золотой директор, вот мы видим, третья строчка, это два ваших ключевых партнера, о которых мы говорили, Павел и Сергей. Далее, старший золотой директор, вы видите три команды, три 22% группы. То есть вы можете уже работать с новыми ключевыми партнерами, строить третью ветку. В дальнейшем вы сами решаете, видите, сапфировый директор, 4 бриллиантовый 6. Кто-то в год выращивает одну ветку, строит, кто-то в год выращивает две, кто-то три. Вы сами будете смотреть, в каком темпе вы будете развиваться, в каком темпе будет расти ваша карьера. В общем-то, вырасти до уровня бриллиантового директора можно за 2 года. Такие результаты у нас в России есть, именно последние результаты. Давайте перейдем к следующему слайду. И большую роль играет команда, в которую вы попадаете. Как мы уже с вами озвучивали, что составляющая вашего успеха – это правильный выбор компании. Второе – это система, по которой вы работаете, и мы с вами определились, что компания Oriflame и план маркетинг уникален, и онлайн-система уникальна. И третья составляющая – это
команда. В команде в нашей, мы называем ее проект Cool, это на самом деле грандиозный такой проект. В команде есть люди, которые уже добились успеха, которые имеют звания, которые практики, и эти люди готовы с вами делиться своими секретами, готовы делиться своими наработками, обучать вас. И естественно, что любой успех, он не бывает в одиночку. Любой успех – это командная работа. На слайде вы видите, что в нашей команде есть директора. Более 50 директоров насчитывает наша команда в разных городах России. У нас есть золотые директора, у нас есть старшие директора, у нас есть старшие золотые директора. У нас в нашей команде есть бриллиантовые директора. Команда имеет опыт 16 лет работы сотрудничества с компанией Oriflame. Поэтому, в общем-то, мы готовы с вами делиться. Приходите, обучайтесь. И я вот уже, наш вебинар заканчивается. Я хочу сказать, что если вы сделали правильный выбор, если вы сегодня выбрали сотрудничество с компанией Oriflame, если вы сегодня уже на нашем вебинаре, значит, вы в нашей команде, я вас поздравляю. Ваши усилия, ваше обучение, ваше время, которое вы решили выделить, ваш энтузиазм на работу с компанией Oriflame, обязательно они вас приведут к успеху. Вы добьетесь больших результатов в компании Oriflame, вы добьетесь финансовой независимости, вы будете получать подарки от компании, это машины, это поездки, это путешествия, и вы получите признание. Поэтому вы сделали правильный выбор. Я рада была сегодня с вами пообщаться. Всем огромное спасибо, что кто присутствовал на нашем вебинаре, всем гостям. Я желаю вам удачи, карьерного роста. Используйте те факты, используйте те аргументы для того, чтобы работать и действовать в нужном направлении. До свидания. Благодарю всех за внимание.